Эй, йо, Чей, присядь на лавку. Я сейчас всех разнесу. Даже ты не можешь упустить это лидерство, плейбой. Вот так вот нужно уходить с площадки. Я горжусь тобой, Чей. Спасибо, тренер. В этом году мы берем чемпионство. Лидируй. Эй, это было подло! Тихо, 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 тихо. Не стоит этого. Ну что ж, мы не узнаем до вечера или до завтра насчет Портера. Я знаю. Я знаю, это нелегко смотреть, как ваш брат так падает. Не дайте этому моменту затмить то, что вы сделали сегодня. Это то, для чего мы работали. Вы вернули Бэй-Сити и, наверное, спасли мою работу. Когда мы узнаем наш посев, мы вернемся в зал и продолжим. Окей? Хорошо? Хорошая работа. Йоу, тренер прав. Мы истекаем кровью для этого. Гуру, сколько килограмм ты набрал этим летом? 15 килограмм жесткого эстонского железа. 15, а? Наверное, тренировался с русскими олимпийцами. Тай. Твое соотношение потерь в прошлом году было 1-1. Сейчас какое? 3-1. Молодой Крис Пол, отдам любому ассист. По-любому станешь крутым агентом в State Farm. Но вы знаете, кто больше всего течет кровью ради этого? Портер. У него совсем не было минут. Но он оставался в зале. Работал. Рядом с нами. И никогда не жаловался. Ни разу. Люди говорили, что я должен был уйти в про, как только я появился здесь. Но это то, чего я ждал. Вы моя команда. Мы будем работать вместе, ребят. Это наше время. Давайте сделаем это ради нашего брата Портера. Играй за Портера на три. Раз, два, три. Играй за Портера! Двигаемся к седьмым сеянным против десятых сеянных. Это Bay City Flames против Dry State University. Эй, вот он. Как ты себя чувствуешь? Ты меня знаешь, я... Все нормально, все нормально. Что доктора сказали? Порватый ACL, PCL, невывихнутое колено. Эй, мы за тебя. Пройдет чутка времени, и снова будешь пользоваться этим слабым шимгодом. Перестань. Ты знаешь, мой шимгод жесткий. Спасибо, ребят. Реально. Я поговорил с тренером, и он... И мы решили, что будет лучше, если я... буду лечиться дома. Эй, что ты говоришь? У нас один из лучших медицинских центров в стране. Да ладно, Чей. Мы вдвоем знаем, что я здесь ничего особо не получу. Думал, вылечу свое колено и, может, переведусь на уровень ниже. Перейдешь? Портер, что происходит? Эта школа — это твоя жизнь. Послушай, Чей. Тренер забрал мою стипендию. А вот и он. Добрый вечер, доктор Хорн. Отлично выступил в субботу. Невероятно, что ты можешь достичь, если не отвлекаешься. Продолжай в том же духе. Вы забрали стипендию Портера.
Это между Портером и мной. Ответь на вопрос, трейдер. Эй, следи за своим тоном, окей? Я знаю, ты расстроен. Я тоже, но есть вещи, которых ты не понимаешь. Выглядит все просто для меня, тренер. Вы находите парня, он травмирует, и теперь вы заставляете его перевестись, чтобы найти кого-то лучше. Звучит правильно? Что? Нет. Чей, послушай. Тренер. Портер делал все, что вы сказали. Он хороший парень. Все эти разговоры, что мы семья. Но для этой школы знаете, что мы, тренер? Мы просто развлечение. Я ожидал большего от вас, тренер. Эй, вернись. Эй! Вернись! Чей? Ты сегодня запасными. Окей, ребят, идите сюда. Играем за Портера на три. Раз, два, три. Играем за Портера! Значит, твой аргумент, что спортсмены, а точнее баскетболисты, усилили свою узнаваемость, чтобы иметь больше власти в переговорах с владельцами? Наверное. Наверное. Ты свой так тезис не продашь. Я была твоим соседником 4 года. Ты никогда не глотал свой язык. Рассказывай. Парень на моей команде? Портер Роуз? Говоришь, будто я не смотрю. У тебя даже нет телека. Насколько плохо все было? Было плохо. И я капитан. У меня такое чувство, что я не могу ничего сделать. Тебя могут услышать? О, я поговорил с тренером, и у меня нет проблем говорить с доктором Оуэнсом. Он довольно фальшивый. Я это знаю. В прошлом году у меня не было пребывания, и ты 2 месяца ходил, собирал подписи для петиции. Собирал студентов, собирал подписи. Но это даже ничего не поменяло. Но поменяло для меня. Это то, что заставило меня продолжать, это то, почему я здесь. Ты знаешь причину, почему это ничего не поменяло? Потому что я расходуемый. За этими воротами никто не знает, кто я такая. Иногда слов просто недостаточно. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, ты должен чем-то пожертвовать, Чей. Да ладно, Гру. Я думаю, мы с тобой говорили насчет питания перед играми. Некоторые вещи больше, чем игра. Как будто я не знаю. Йоу, ребят, дайте я с вами поговорю. Вы знаете, насколько долго я этого хотел. Но иногда нужно поставить других перед собой. Несмотря на сколько больно. И как ваш капитан, у вас есть большие ожидания, и у меня тоже есть. Поэтому я не могу просто здесь сидеть и переждать то, что случилось с Портером. Это не то, кем я являюсь, это не то, кем мы являемся. И после решения доктора Оуэна и тренера, я сегодня не сыграю. Я знаю, вы злитесь, и я бы тоже злился. Но, как сказал Гру, некоторые вещи больше баскетбола. Если ты не будешь играть, значит, и мы не будем. Мы братья, Чей. Если они сделают такое с Портером, они почувствуют нас. Они почувствуют всех нас. Я не могу вам позволить это сделать. Я выпускник.
Они не смогут ничего со мной сделать. Но у вас все будущее впереди. Если вы оставались со мной все это время, то вся школа, даже вся страна будет знать, что я говорю за вас. Окей. Поехали. Чей, ты забыл, когда у нас игра? Давай, переодевайся, пошли. Не могу это сделать, тренер. Простите? То, что ты пытаешься доказать, сейчас не время. Ты капитан этой команды. Лучше веди себя так. Я считаю, что я это и делаю, тренер. Окей. Тай, выводи команду. Окей, ребят, давайте сделаем это. Давай, Тай. Окей. Не спеши. Вот. Хорош. Бросай. А, блин, Гру. Ты должен блокировать это. Я говорил ему не есть это буррито. Простите, ребят. Забудь. То, что мы проиграли, не значит, что это было плохим решением. Понимаешь? Чей, тренер сказал, что вы не играли из-за нарушение командных правил. Прокомментируйте. Единственный, кто нарушали, это наш тренер и президент нашей школы. Нарушили веру нашей команды, когда заставили нашего друга Портера Роза перевестись в другую школу. Значит, вас наказали за свое мнение. Это был выбор. Вы выбрали отсидеть. Я выбрал встать. Спасибо. Эй, это Диджей, знаешь? И мы вернулись к нашим хоуми Чей. Как у тебя дела, братан? Хорошо. Чей-Зи здесь? Йо, послушай, как интернет прореагировал? Обе стороны. У каждого свое мнение, но никого не удовлетворит. Когда попытаешься всех удовлетворить, ты чокнешься. Будь уверен, Че. Поэтому я стою уверен Дизису. Я иду в свой подвал, я там закрываюсь, на своем телеке я включаю 2K и большое буррито на моем животике. Самозабота очень важна. Я уважаю это решение. Самое главное для меня сейчас, это говорить с трэш каким-то типом Дмитрием, который говорит, что я нашел тебя по IP. Еще что скажешь, я уничтожу тебя, твою маму и все, что осталось твоего города. Пока ты не узнаешь, что это какой-нибудь Янис, у него там 38 братьев. По-любому, я не хочу иметь отношения с ними. Кто-то напрыгает на тебя жестко в соцсетях, именно прям хочет тебя задеть. Да, но я пытаюсь держаться подальше от соцсетей. Честно, я просто хотел помочь своему напарнику. Я думал, что наша школа намного лучше, чем они отнеслись к нему. Ты? Да. Школа? Ну, ты за нас, мы держим с тебя кулаки. Да, держим кулаки за всех игроков. А в следующем, что черепахи держат у себя в панцире? Эксперты обсуждают. Я думаю, монетки. Может, травку? Ты через 3 месяца выпускаешься. Это сумасшествие. Нет, сумасшествие — это то, что моей маме угрожали. Я не могу здесь оставаться. Чей, посмотри на меня. Посмотри на меня. Я знаю, это тяжело. Но уходить из колледжа? Ты даешь им выиграть. Они уже выиграли. Иса? Портер не получает обратно свою стипендию, и полшколы меня ненавидит. Я не говорю, что я жалею, потому что я не жалею. Но я не останусь на кампусе, который меня здесь не хочет видеть. Знаешь, всю работу, которую ты сделал, ты просто ее выбросишь? Ты думаешь, получать диплом от человека, который меня не уважает, будет стоить того? Да, я так считаю, это диплом. Мне пофиг на диплом. И что теперь?
Теперь будет тяжело. Ты знаешь, что 3 года назад даже не было вопросов, что я буду задрафтован? Вообще не было вопросов. Но сейчас... Ты знаешь, что смешно? Каждый год моя статистика улучшалась, но моя позиция на драфте ухудшалась. Если честно, Иса, я даже не знаю, где начинать. Ты знаешь, я ничего не понимаю в баскетболе. Но я знаю, как находить информацию. Мы разберемся. Я поеду домой и правильно настроюсь.